Хасман. Мимичка, это для взрослых. Пойдем в детский отдел. Нравится? Да. Анимешечка? Да. Шортики. Вау. Мимика, может, ты вырастешь и будешь дизайнером? Да, я хочу вот такие купить, мам. Смотрите, какая милая футболочка. Обнимяу. Вот это. И сна... О, мам! Раунд один. Или побольше размер померим, чтобы она по оверсайзнее была за ей. Да, побольше. Номер два. Нет, вот такая, да, дочь. Да, мне очень нравится. Вот она вообще пушка, гонка. Смотри, какая крутая. Мам, давай купим. Вау. Раунд три. Ребята, поглядите, какая лучше футболка. Ну, если так доехать, наверное. Да, дай-ка. Мимика, давай вещички девушки. А видишь, это снимают магнитики такие вот. Видишь? Ниве. Больше всех тебе понравилось вот это? Да. Это что, пылесос? Сейчас Мимики девушка отпарят. Это пылесос. Чтобы пылесос. Мимика решила сразу в магазине одеть эту футболочку. Уж очень она ей нравится. Вон там. Можно? Да. Опа. Да. Классно. Убирай свитер. Мне понравился самый топчик. Вот эта футболка самый топчик подходит. Чух. Пока.